Амурский тигр – крупнейший представитель семейства кошачьих. Длина его тела достигает 3 метров, масса – 300 килограммов. Это совершенное, удивительно красивое животное оказалось на грани исчезновения по вине человека. В настоящее время количество живущих в естественных условиях амурских тигров составляет не более 200-400 особей, основная часть которых сосредоточена в России. В целях сохранения этого уникального вида создан ряд международных программ.